Главы регионов получили дополнительные полномочия и могут вводить ограничительные меры по своему усмотрению. В частности, устанавливать особый порядок передвижения на соответствующей территории лиц и транспортных средств. Уже подписан указ временно исполняющим обязанности главы Чувашии. Въезд в Чебоксары ограничили с помощью усиленных постов ГИБДД. Инспекторы ДПС проверяют транспорт на всех въездах в столицу республики. Чаще всего останавливают машины с номерами других регионов и стран. Интересуются целью въезда в Чебоксары. Дело в том, что все выявленные на утро 6 апреля случаи коронавируса в Чувашии завезенные извне. Как показал опрос, автомобилисты к таким мерам и некоторым задержкам в движении относятся с пониманием. У нас уроки начались онлайн. В Москве не такие пробки. Просто посылку забрать срочно. Температуру, наверное, надо проверять, а не документы. Особое внимание пассажирским перевозкам. Согласно указу в РИО главы Чувашии Олега Николаева, перевозки по междугородним маршрутам приостановлены с 3 апреля. К пригородным рейсам ужесточились требования. Проверяем маршрутные транспортные средства перевозка пассажиров. Нарушения выявляем. По маршрутным транспортным средствам сейчас запрещается заполнять автобусы в полном объеме. 50% междугородние. Так, на это внимание обращаем. Ограничение пассажирских перевозок – мера жестокая, но вынужденная, отметил Олег Николаев. Категорически требую, чтобы все маршруты, которые у нас осуществляют пассажирские перевозки, в том числе межрегионального характера, были взяты под максимальный контроль. И в случае возникновения рисков неконтролируемых перевозок применять максимально жесткие санкции. Не допускать, во-первых, чтобы не санкционированные перевозки осуществлялись. Второе, не допускать возникновения из-за этого рисковых ситуаций на территории Чувашской республики. Действовать указ об ограничении перевозок будет до особого распоряжения. Ольга Пырочкина, Маргарита Мельникова, Павел Рядков. Республика.